Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой поход на гору Малиновая. Это город Белорецк. Первая Малиновка, высота, если не ошибаюсь, 997 метров, а третья 1157 вроде бы. На первую мы точно поднимемся, может быть и на третью поднимемся. Вот там сама гора Малиновая. А здесь вот такой камень, достопримечательность. Надпись гласит: прямо пойдешь, на Малиновку попадешь. Налево пойдешь, от жены отгребешь. Направо пойдешь, счастье обретешь. Итак, друзья, преодолели первую небольшую речку вброд. Ну, первую и последнюю больше уже не будет. Это у нас речка Нура. Вот такие скалы на самой вершине. Сейчас мы полезем наверх. Так, друзья, высота примерно 950 метров. Поднимаемся мы на первую Малиновку. Почти поднялись уже. Вот такой красивый вид. Это у нас все уральские, наши родные уральские горы. Вот такая, друзья, у нас на Урале красота. Ребят, кажется, что низко. На самом деле очень высоко. Если вниз посмотреть, то даже немного страшно. Итак, друзья, все, мы на вершине. Смотрите, видно весь наш город на заднем фоне. Высоко, ветер сильный. Вот она, Малиновка номер 2. И там вдалеке Малиновка номер 3. Сейчас мы попробуем до нее дойти. В общем, красота неимоверная. И очень сильный ветер. Классно, ребят, вообще. Во! Если вы с моего города, обязательно поднимайтесь на Малиновку. Я здесь не первый раз. Круто, короче, ребят. Друзья, на вторую, третью Малиновку сегодня мы решили не ходить. Маленько устали. Прошли по всем вершинам. Советую вам сходить обязательно на Малиновку, если вы из города Белорецка, да и просто в гости к нам приехали. Кстати, ребят, почему Малиновая? Реально на самой вершине растет малина. Маленькие веточки малины. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, друзья, пока!